Так, 14 октября 2021 год, Харьков, 20.02 по Киеву, Харькове. К сожалению, только в таком виде у нас луна, едва-едва разошлись тучи, но и за этот подарок к дню защитников и защитниц Украины стоит быть благодарным. Вот какая у нас тут конфигурация. Мутная через облака луна. Справа, практически касаясь кадра, Сатурн. Слева Юпитер. Очень приличная еще облачность, но облака были сплошные совершенно. Еще недавно и совершенно случайно обнаружил я, что немножко все-таки разведнилось немножко, но как уже 2 недели облачность была абсолютная, но мы этого достаточно. До Сатурна 1 миллиард 439 миллионов километров, до Луны 377 тысяч километров. Смотри, даже ветерочек стихо. До Юпитера 662 миллиона километров. Поближе, но продуктами запастись все равно придется. Справа Ганимед, левее Ио, дальше Юпитер, Европа. А где Каллисто? А вот и Каллисто. Сейчас уменьшу выдержку, мало ли, может, и полосочки увидим экваториальные. Я вижу. Очень мутненько, но вижу.
Ну, как у нас на линии терминатора как раз кратер Платон. Вот он, красавец наш. Хорошо. Вроде обещают улучшение погоды. Будем ждать. Не прямо здесь, но будем. 14 октября 2021 года, Харьков. Всех причастных с праздником защитников и защитниц Украины.